Эту ночью усилился обстрел провозглашенной Донецкой Народной Республики со стороны украинских силовиков. По данным местных СМИ, по Макеевке, Ясиноватой, Докучаевску, Еленовке и окрестностям самого Донецка были выпущены почти 170 снарядов, в том числе из крупнокалиберных орудий. Есть разрушения в частном секторе, ранены 5 мирных жителей. Всего же за сутки по ДНР нанесено более 600 ударов. При этом украинские силовики, как говорят ополченцы, мешают наблюдателям ОБСЕ расследовать новые случаи нарушения режима прекращения огня. Но вот обстрелы Макеевки сотрудникам мониторинговой миссии зафиксировать все же удалось.